По словам депутата-социалиста Николая Паскару, прямое иностранное финансирование советников президента – ничто иное, как угроза безопасности страны. Администрация президента контролируется извне. В СМИ появился ответ главы аппарата президента Андрея Спыну, который признает, что в администрации работают несколько человек, труд которых оплачивает немецкий фонд, и они не сотрудники ведомства. Известно, что кто платит, тот и дает указания. Депутат подчеркнул, после признания факта внешнего финансирования лиц из ближайшего окружения президента Санду и не имеющих официального статуса, возникает резонный вопрос, чем эти люди занимаются в президентуре и на каком основании. Лица, которые не являются официальными сотрудниками администрации, но занимают кабинеты и получают доступ к государственным секретам, представляют прямую угрозу государству и суверенитету страны. Сюда можно добавить и внешнее влияние, что уже является уголовным деянием. Информация скрывается администрации президента. Напомним, на днях администрация президента под давлением СМИ признала тот факт, что немецкий фонд Конрада Аденауэра напрямую финансирует советников президента Майи Санду. Эта информация скрывалась более 4 месяцев и только благодаря журналистскому расследованию стала достоянием общественности. Мы звонили в администрацию президента, чтобы получить комментарий по этому вопросу, но на наши звонки пока никто не ответил. Ольга Дзитковская, Николай Васильев, Акчен ТВ.